Hello, интернет! Ассоциация боевых искусств Казахстана и проект NashBoyez.kz представляет. Ассаламу алейкум всем зрителям и подписчикам канала NashBoyez.kz. Друзья, 24 июля нас ожидает ACA 107 U! И на этом турнире, друзья, помимо того, что главное событие вечера Александр Емельяненко будет драться против Магомед Исмаилова, между этими двумя парнями была просто нереальный трэш-ток до этого всего. И мне кажется, это было даже похлеще, чем у Магомеда Исмаилова и против Минеева, Александра Минеева, друзья. Так что я думаю, просто будет нереальная заруба. Говоря также, кстати говоря, про эту схватку, могу сказать так, да, Александр Емельяненко – это брат родной Федора Емельяненко, братишка. И знаете, друзья, я несколько раз слышал такую тему, что таланта, именно таланта бойцовского у Александра Емельяненко больше, чем у Феди. Но у Федора гораздо лучше дисциплина, да, мы все знаем, он не бухает и все отсюда вытекающее, допустим, все последствия. Но важен нам этот турнир не из-за главного боя вечера. No way, guys, no way, нет. Нам этот важен поединок, турнир, потому что встретится наш джигит с города Тараза, клуб, команда Arlan MMA Pro Team. Евгений Гимбердиев по прозвищу Метис против Насрудина Насрудинова, Российская Федерация, друзья. И Женя уже там, в Сочи. Кстати, турнир пройдет именно в Сочи, друзья. На этом турнире, кстати говоря, должен был еще выступить, подраться, дебютировать на ACA, да? Каршага Даутбек. Я общался с Каршагой. Вот буквально вчера мы с ним общались, он болеет. Да, он поболел, отболел, вылечился, и вот только-только хорошо пришел в себя, и там типа приступает к тренировкам, но это уже ни о чем, он же подготовиться не сможет. Так что, друзья, сегодня мы поговорим как раз-таки об этих соперниках, об этом сопернике, как Насрудин Насрудинов. Но прежде, друзья, хочу посоветовать вам лучший казахстанский спутниковый телеоператор Тивиком. Кто такие Тивиком? Друзья, это раньше, если вы помните, был Otau TV и Каспий HD, теперь они объединились. Это самые лучшие, все лучшие казахстанские каналы, все самые лучшие российские каналы, все самые лучшие мировые каналы. А также есть приложение для Android, для Smart TV и смартфонов. Для Smart TV за 8900 тенге вы сможете получить более 100 самых лучших каналов, плюс UFC TV за 8900 тенге до конца 2020 года. А для смартфона то же самое, друзья, плюс UFC TV, неделя бесплатно этого вам все дается. Так что это отличная возможность, чтобы созерцать лучшую лигу Лигу мира, друзья, UFC. Более подробно об этом всем и ссылочки будут в описании под этим видео. Ну а мы начинаем. Итак, друзья, Насрудин Насрудинов. Этот парень имеет в своем активе 8 побед, 0 поражений. Начал свою деятельность в 2013 году. И вот получается за 8 лет наколотил очень хороший рейтинг. Более того, друзья, в своем активе он имеет 3 технических нокаута, 1 сабмишн и 4 решения судья, он выиграл свои поединки. То есть с функционалочкой у этого пацана все нормально. С ударкой тоже неплохо и борется, как я понимаю, он тоже довольно неплохо. А последняя его, крайняя его схватка была против Кори Хендрикса, кстати говоря. Ну, тогда Кори Хендрикс все-таки вот перелет в Алмате они дрались, если не ошибаюсь. Это было не айс, друзья. Это не был тот Кори Хендрикс, который прям и на ТАФ, там, 18, по-моему, на шоу UFC, и здесь, когда он также дрался против Жени Гимбердиева, это был не тот Кори Хендрикс, это был замученный, вообще уставший. Но в любом случае, это уже говорит, друзья, о многом. Тогда Насрудинов выиграл общим решением судей, единогласным решением судей, извиняюсь, друзья. Также, друзья, что могу сказать? У меня есть небольшое видеообращение от Игоря Фунтикова. Именно
Игорь отправился в Сочи на ACA 107 с Женей Егембердиевым. Так что давайте его послушаем, ему слово. Сула, приветствую. Я нахожусь в Сочи. Мы с Женей Егембердиевым прилетели сюда на турнир. Компания ACA размещает спортсменов и членов их команд на территории Олимпийского парка. Видите, у меня за спиной спортсооружения, которые были построены к Олимпийским играм в Сочи. Условия хорошие. Мы с Женей приехали сюда чуть заранее, потому что сейчас дорога непростая. Границы между Россией и Казахстаном изменили порядок пересечения, поэтому не так просто сюда было попасть. Для того, чтобы тяжелую такую дорогу не переносить на тот момент, когда лесосгонка будет в разгаре, мы прилетели чуть пораньше. Но сейчас вместе с остальными спортсменами заселились в отель. При заезде в отель прошли тест на коронавирус. Все хорошо. Тест прошли благополучно. Сейчас гоняем вес, все по плану. Всем болельщикам, кто следит за нами, большое вам спасибо за поддержку, за ваше внимание. Сула, еще раз спасибо. Вот так вот, друзья, мы все в ожидании ACA 107. Однозначно турнир будет очень интересный. К примеру, Гаджимурат Хиромагомедов. Я думаю, вы помните этого парня, да? Он проиграл нашему Егору Кичигину, и Егор впервые в истории Казахстана стал обладателем пояса чемпиона Fight Nights Global. Также там будет драться Нахшогалаев. Не совсем приятный, там, допустим, опыт мы получили с Нахшогалаевым и в схватке с Денисом Муцнеком, если вы помните, друзья, Корнеев, да, если не ошибаюсь, там намудрил и наковырял, что-то непонятно. Но в любом случае, друзья, жду ваших комментариев, давайте без оскорблений. На этом у нас все, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, с вами был Сула, всем пока, ассаламу алейкум, арриведерчи!